В окрестности Красноярска вышли медведи. Очевидцы засняли крупные следы в районе поселка Удачные и Гремячие Гривы. Вот он тут ходил. Также туристы наткнулись на следы на Торгашинском хребте по дороге к Сивым скалам. Еще одного зверя встретили в Манском районе неподалеку от поселка Береть. В краевом охотнадзоре говорят, массового нашествия медведей не наблюдают, и отстреливать их просто из-за того, что они живут близко к городу, нельзя. Мы живем в прекрасном месте, у нас есть возможность лицезреть вживую этих животных, и мы должны, наоборот, пытаться сохранить. Не пришел же он к нам там, и у нас там в центре города не выжил же себе дорогу. Это мы пришли в дикую природу и пытаемся сейчас вот как-то вот с ними уживаться.